Боевики обстреляли Красногоровку из запрещенных Минском артиллерии и минометов. Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы населенных пунктов с применением запрещенных видов вооружения. Вчера, 26 июня, обстреляли Красногоровку. Об этом сообщает пресс-служба ООС. Обстрел произошел в промежуток времени с 8 часов 05 минут до 8 часов 50 минут боевики провели его с использованием запрещенных видов вооружения, а именно ствольной артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Огонь велся из Старомихайловки, которая находится на временно оккупированной территории. Наблюдательная группа украинской стороны СК зафиксировала и верифицировала факты применения указанного вооружения. Данные действия вооруженных формирований РФ несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, а также свидетельствуют о стремлении российско-оккупационных войск к дальнейшему обострению ситуации вдоль линии разграничения, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня. Погиб украинский военнослужащий.